Югра поделится опытом по профилактике правонарушений среди детей. В округе работают представители уполномоченного по правам ребенка при президенте России. В течение 5 дней федеральные советники побывают во всех окружных учреждениях, которые работают с трудными подростками. Это социальные центры, больницы и комиссии по делам несовершеннолетних. Свою рабочую поездку советники начали с сургутской школы закрытого типа. В ней обучаются подростки со всей Югры. Туда они отправлены на перевоспитание по решению суда. К слову, школа рассчитана на 80 человек, однако сейчас в ней находится всего 13 детей. Примечательно, что учреждение активно сотрудничает с организациями образования и патриотического воспитания. Подростки учатся труда и арт-терапии, играют в футбол с полицейскими и помогают инвалидам. По итогам инспекторской проверки советники выберут методы, которые позволяют снизить подростковую преступность. Отмечу, что в Югре на профилактическом учете состоит около 1200 подростков. У нас снижается количество преступлений, которые совершают несовершеннолетние. В первую очередь, это, конечно, качественная работа органов системы профилактики. В первую очередь, это органов внутренних дел, которые постоянно присутствуют в школах, проводят беседы, напоминают детям. И главное, это еще качество воспитательной работы в школах, именно воспитание законопослушного и безопасного поведения. Недавно наши ребята стали волонтерами, ребята нашей школы, которые выезжали в Ледовый дворец, и будем работать в этом направлении в дальнейшем для помощи детям, играющим в слэш-хоккей. Дети с ограниченными возможностями здоровья получили в лице наших ребятишек друзей.